Всем привет! Мы сегодня на рыбалочке на несколько дней. Даже не могу сказать, на сколько ночей, потому что не знаю. Но уехали в лес от всяких неприятностей, которые творятся в городе. Но сегодня со мной Саня, друг, и верная подруга Сара. Да. Ловим живцов. Потом едем в избу. Все, до связи. Я поснимаю вот такую хорошую погоду. Больно вот так вот поснимаю. Вот. Продолжаем ловить живцов. У меня же бур в руках и камера уже. Как пришли, сразу клевать начало, успевая закидывать. А сейчас что-то вообще перестало. Ну никак не клюет, и все, и что. Пойдем в другое место, перейдем сейчас. Ну все, продолжаем рыбалку. Быстренько. За 4 часа, да? 4, да? За 4 часа наловили мелочи. Ну, должно хватить на 2 дня. А может на 3. А может на 4 дня. Пока коронавирус не закончится, будем жить в лесу. Так что вот так. Сейчас машину. И дальше. Все, дошли до озера. Вот. Замечательно. Посмотрел по всем кустам, коронавируса нигде нету. Значит, можно рыбачить без масок. Вот. Ветер, правда, сильный. Но... просто очень сильный ветер. Ну, такой, более-менее, жить можно. Вот. Лед замечательно, идти хорошо. Ну, не скользко, не проваливаешься. Ну, хороший. Все хорошо. Погода просто, ну, чудесная. Ну вот только единственное, что ветер. Ну а ветра никуда не деться. Ветер дует. Как говорится, ветер в харю. А я все равно иду. Ну. Сейчас я пошел оттуда ставить. Капканчики. Вот. Что-то он развернулся и пошел в другую сторону. Что-то как-то хотел оттуда стать. Не знаю, что-то у него там. Ну, у него там в голове свои мысли. У него там датчики работают, где рыба сегодня. Я-то понакатываю. Где крупные щучки выходят, туда и буду ставить. Но... все, всем приятного просмотра. Всем привет. Кто не с самого начала начал смотреть. Но всем привет. Но... рыбалка несколько дней. Во время коронавируса убежали в лес, короче. Пускай они там что-то делают. Но... непонятно, что творят. Детей не взять, потому что на удаленке учатся. Но... то дует, то не дует. То сильно, то не сильно.
по традиции показываю, как я ставлю эти флажки. Но... Так что вот так вот. Как-то вот так. Двойнички у меня стоят. Вот. Потом беру вот так вот. Вот здесь по спине вот такой маленький-маленький укольчик такой делаю. Вот так раз. Вот так вот. Вот так вот. Раз. И крюком. Вот. Потом поводок вот так. Вот так вот. Вот так раз пропускаю. Опа, под спинкой. Вот. Здесь его так. Вытаскиваю, вот так вставляю. И завожу его под спинку. Так, раз так. Вот сюда. И вот так висит. Во. Все. И вот. 2-3 дня может висеть. Ему пуну. Ничего ему не будет, будет бегать. Вот. Вот. То есть вот такая вот тема. А это там где-то видел, где-то слышал, но вот не помню точно, на каком-то канале кто-то писал там, что типа мы в Карелии ставим нитку, ну за место жилки нитку. Неправда. Нитка вмерзает за ночь так, что потом утром не отбить. Ну вот. Нитку только когда капканы ставишь. Или же жерлицы, которые вмерзают. Ну, проволока достаешь с другой стороны, достаешь. Ну, только так. Тогда это, нитку капроновую. А на флажки мы, как обычно, все жилку делаем. Ну, вот. Так что вот так. Как-то мы вот так рыбачим. По-разному. Кто-то так, кто-то а так. Закат чудесный какой. Посмотрите, какая погода. Но в этом году нам повезло, честно говорю. Лед есть. В большинстве России льда нету, а у нас, блин, такая лепота вообще. Лед сухой. Нету, нету льда. Они курят, вон, курят. Но там друзья, подписчики присылают видео. Смотрю. Корешку, блин, с лодки ловят. А что говорить-то? А у нас вот такой чудесный. Ой, ходить хорошо, удобно, вообще классно. Но лед толстый еще. Я думаю, что недельки две-то он еще постоит. Три даже. Как раз до конца эпидемии. Настроение начинает быть интересно. Саня уже поймал одну щуку. Ну, хорошую, большую. Но. А я еще... Только загар увидел. О, мой загар горит. Сейчас будем снимать. Готавливаемся к нормальному. Большую щучку. Театр. Вот это вот за что я люблю эту рыбалку. Смотрите, опять слычок.
Такой же пусть. Не, меньше. Этот меньше. Этот меньше? Конечно, меньше. Тут 3 килограмма был. Это полторашка. Смотрите. Судак на жерле. Классно. Вау! На пальцы высунул, прям в жабры стали. На капкан. Вау! Да? Классно. Нормально, да? Что-то такое. Сэм. Хорошо, огромное. Есть и есть. Погорит, наверное. Там не ушла. Держи. Охренеть. Тихо. Ты подожди, я пойду. Хрена себе. Давай, повтори. Я даже пошевели ее. Ну вот, сука, вот так вот стоит. Не вижу я. Тихо. Вот такая щучка. Вот тебе и берег, блин. Вот такая щучка. Саня, покажи ее в профиль. Вот так сделай. Не-не, вот так. Во. Смотрите, какая красавица. Что тебе? Помочь? Давай помогу. Все. Все? Хрена в берегу лазает. О. Такая. О. О, какая. Такая. Делай так. Во так. Всем доброе утро. Таким чудесным, добрым утром. Что-то камера как-то. Понятно. Вот так вот. О. Вот таким чудесным утром. Погода продолжает быть хорошей, но ветер. Вот, подморозило, идти хорошо. Ой, вообще чудесно. Вот так вот. Ну все, доброе утро. Такие вот пейзажи, да? Красиво. Карелия, страна моя. Много дней. Загоревший. Лесок. Вот. Что-то. Распущено полностью. Нормально. Ну, здесь не сильно промерзло. Нормально. Натяжка есть, сидит что-то тяжелое, щука, наверное, а может налим, ну налимчик. Налим, Никодим. Короче, поднялся сильный ветер, не усидеть, блин. На удочку не клюет, так что пойду
в этот, в домик рыбацкий свой. Ну, в избушку пойдем. Дрова заготовим там. Рыбу почистим вчерашнюю. Все-таки уже, наверное, около... Я же не знаю. Ну, штук 10 поймали уже. Пойдем напутить. Дрова приготовить. Так, вот так. Погода хорошая, но солнце холодное какое-то. Не греет, не замерз. Ветер, наконец-то, стих. Вообще. Да, минус 3 погода такая. Хлепота, ветра нету. Вот. Кружки вмерзли вчера. Вчера метель, ну, ветер закидало, замерзло. Сейчас пойду отколачивать. Вот так-то вот так. Так-то вот таким прекрасным утром без солнца. Полностью за облаками. Начинается новый день. Всем привет, еще раз. Идет четвертый день рыбалки. Короче, такая тема. Не клювала на удочку вообще. Но. А жильцы нужны были. Все, мелочь сбивает. Живец плохо. Все. Ну, не клюет. Ну. А. Пришлось быстренько в кроссовки одеться и сбегать на 14 километров. Поймать жильцов. Сейчас поймал. Там сколько это? Не считал. Ой, чуть не упал. Но. Ну, поменяю жильцов. А лед трещит. Ну, не клюет такие, ну, хороших поклевок не было. Но сейчас жильцов поменяю. Ну, получше клевать будет. А может не будет. Буду просто так гулять. Переживать карантин. По дороге ездил, никого нету, ни рыбаков, никого. Зайцы бегают, расслабленные такие. О. А так вообще народа нету. Вчера воскресенье было, сегодня понедельник, еще никого нету. Ладненько, до связи, короче. В руках сработало, не знаю, что там. Прям в руках. Ты здесь? Ну, вот такая щучка такая. Не знаю, нормально. Нормальная щучка. Что-то она бросает здесь. Вроде поклевывать вроде начала. Бросает. Зубы. Плохо, плохо. Вечерняя проверка жерлы. Сашка туда, мы и туда. Все, сейчас быстренько проверим. Плохо попадает, смена погоды. Целый день лед трещал, не клевало. Сегодня погода будет, ну, меняется в корне, короче. Завтра плюс 10. Ужас. Так и лед растает. Короче, вот таким макаром идем. Вечереет. Но... Ну, уже, наверное, возвращаться по темноте будем. Все, всем привет. Третий день отпуска заканчивается. Ну, если ничего не попадет,
Всем пока, до завтра. Продолжаем рыбалку. Ловить вот таких щукарей, блядь. Что-то сегодня вообще не клюет. Ну вот. Вот первая сработка. Это вообще, ну, притихла щука. Смена погоды была. Сегодня температура тепло будет. Ну вот, так может из-за этого. Да какая разница-то? Все равно спешить некуда, дома сидеть не хочется. Еще один сработанный капкан. Да. Все равно будет называться как я. Ну, видите, опять такая же маленькая щучка. Сработанный капкан, распущенный. Но есть вариант поймать крупную щучку. Стянется ли в конус. Ну, такая покрупнее пойдет. Хоть что-то, хоть какая-то. Четвертый день моей изоляции от внешнего мира. Ну, короче, что получается? Ну, Сашке надо было домой ехать. Сашку отвез домой. Ну, заодно на обратном пути заехал в Пятерочку. Сахар купил, тушенку еще, панку купил. Ну, это. И заехал на 14-й. Живцов поймал. Все, теперь бегу обратно. Сейчас жерлицы, флажки проверю. Вот. И капканы переставлю в другое место. Что-то вообще не попадает. Ужас какой-то. Хочу показать. Ну вот как-то так. Смотрите. Сон приезжает. Дальше отбить. Вот. Сара? Ну, когда ездил в Пятерочку, ну, вот, и Сашку отвозил, то это показывает плюс 8. Сейчас на солнце, ну, наверное, плюс, ну, плюс 10, наверное, как и обещал прогноз погоды. Ну, Парека показывал там, плюс 12, ну, я думаю, что плюс 10. Ну, вот, лед только, ну, не проваливается, а такой... Короче, как наждачка. Ну, идти хорошо, удобно. Вот. Прям чудесно. А солнце прям в берег давит. Блин, такой лед там плохой. Я думаю, что два дня и от берега отскочит лед.
такой. И тогда на, ну, одному будет страшно ездить. Никто не поможет. Так что как-то вот так вот. Ну. Ну кто продолжает смотреть за моим путешествием? Пальцы вверх, спасибо. Что смотрите. Вот, сейчас, короче, какие планы. Меняем живцов на флажках. Ну хотя они были живые пока. Ну мало ли что-то, поддыхало мы. Поменяем. Снимаем капканы. Капканы будем снимать с того берега. А, на южный берег. Ну, солнце. Туда, мне кажется, побыстрее выйдет крупная щука. Потому что нам нужны только трофеи. Так-то вот так. Все, продолжаем смотреть. Если потеплело, так вроде начало путешествие. А в три загара. Как я пока ходил живцов ловить там. Но... Теща какие мне шила резиночки. Вообще классно. Теперь уверен. Представляете? Нет. Что-то не пойму. О, вот такая щучка. Нормально, без предисловий, без ничего, нормально так все. О, такая. Ой. О, стоять. Стоит, забри. Ай, ладно, потом. О, вот такая щучка. Давай, покажи. На камеру покажи. О, вот такая. О, такая красавица, да? Красивая, вообще молодец. Ой, хорошо, да как. Ну, на четвертый день, да, начинает быть интересным рыбалка. Но. Вот так бывает, да? Вот так вот. Классно. Черная, глубинная. С глубиной пришла. О, такая. Еще раз. Смотрите, какая. Ой, красота. Красота. Черная такая, да? Черная. Ну это. Может, 3 килограмма примерно по ощущениям. Капец, там акула тянется, я вообще в офиге. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А, нет, сидит. Оп! Вот такая. Я говорю, с глубины пришла. Ну. Вот. Такая. Вот такая щучка. Вот такая красавица. Что-то. Оттянулась так, блин, жестко, что прям капец. Ну. И еще одна сработочка. Но этот леска натянута в мель. Ну или небольшой щукарь. Или. Что-то не знаю. Что-то такое. Опа! Вот такая красавица, ну вообще, господи ты боже, аллилуйя, 3 поподряд, такие 3 щучки, да, обалдеть, ну молодец, обалдеть, 3 щучки поподряд, 1, 2 и 3, ох, как хорошо-то, фух, пальцы вверх, кто видел, капец, все, капканы с одного берега переставил на другой.
ни много ни мало. Сколько, 4 начал, да? Пол четвертого. Да, пол. Да, 4. 4. 2,5 часа. Пересверливал, перебуривал, переставлял. С одной на другую. Капец. Надо еще дров наколоть, посуду помыть, жрать сварить. Ну хотя жрать сварить можно ночью. Да. Сейчас дровишки наколем. Посуду помоем. Пойдем проверим, вечерний осмотр сделаем. И потом пожрать сварим. Вот такая вот погода, да, замечательная сегодня, блин, вообще. Ветра нету, тишь такая. Тишь, мышь. Вот такая вот у нас сегодня погода. Ой, Сарочка, что? Сара. Ой, по машам бежит, не видно. Бо. Так что вот так, что-то аж бок заболел. О. Вот так мы проводим время в Карелии. Сара. А вон она бежит. Все. Вот так вот. Не знаю, ну всем привет тогда передачу. Все, смотрим дальше. Подписываемся на канал, кто не подписан. Ставим лайки. Я думаю, что ролик получится все-таки немножко интересный. Как бы сегодня 4-й день заканчивается. Но он еще не закончился. На улице тихо. Вот, ветра нету, штиль. Но вот, слышно. Я слышал, как флажок сработал. День. Но сейчас пока не пойду. Мои изоляции. Все закладывают. Ладно. Сегодня делов сделал много. И в поселок Сашку отвез. Вот. Как бы, блин. Ну, подустал. Вечерняя проверка Жерлиц. Вот. Луна встает. Солнце садится. А идешь, а до льда холод, а дует такой, ну, теплый воздух. Блин, я не знаю, откуда он взялся. Ну, теплый такой. Ну, ощутимо, что теплый. Вот так вот. Сара ходить уже не может. Все, упала, лежит, даже не встает. Говорю, иди пожрать. Там тушенку разогрел. Ничего. Ну, вот. Пока дрова колотил, заготавливал. Думал, отдохнет. Не. Немножко воды нагрел. Полоснулся. И пошел опять километры наматывать. Вот так вот, что вот так вот. Доля нашей рыбацкой. Все, ну что будет? А будет, я уже слышал. Тихо было. Сработали, ну, слышал, флажок сработал. Но. Пойдем сейчас снимем. Всем привет. Пошел 5-й день моей изоляции. Моей рыбалки. Короче. Как ни крути, домой хочется, блин. Хоть и один. Ну, скучно. Сара спит, человек дня меня разговаривает. Одному скучно. Но.
Так что, наверное, сегодня ночью поедем домой. День рождения спенствуем, обратно приедем. Это вот такие вот пироги. Погода хорошая, но вчера вечером плохо, ну, не бывало. Одна сработка была, и то непонятно что, какая-то стена, ну, может, за блину завела, может, щука такая огромная, не знаю. Вот все, даже сантиметр не сдвинул, ушла. Ладно, подписывайся на канал, ставим лайки. Всем доброго утра, не болейте. Ложки посмотрел, ни одной. Самое главное, не болейте. Ну вот. Ну хоть капкан, блин, сработанный. Вот. Вообще, ничего. Плохо сегодня что-то с утра. Опять северный ветер подул. Вот. Вот такая щучка. На капканчик. Вот такая. Короче, вот такая щучка клюнула. Ну, вот такая щучка. Пальцы вверх. Вот такая вот щучка. Вот такая. Ну, килограмма, наверное, 4. Здорово. Начало есть. Еще один сработанный капкан. Небольшая. Вот такая щучка. Ну, нормально пойдет. Короче, утреннюю проверку закончил. Получилось две щучки хороших. Но вот вчерашних три. Сейчас почищу. Вот. И следующую проверку. 12 пойдем. В 12 сходим. Потом в 3 часа дня сходим. И вечером в районе 7 вечера проверим. И снимать будем. Вот. Будем заканчивать рыбалку. Вот. Надо будет дома появиться. Вот. Так что вот так. Сейчас рыбу. Предпоследняя проверка жерлиц. Вот. Одна сработка. Сейчас проверим, и еще раз и снимаем все домой. И все. Вот. Что-то маленькое сидит. Вообще ничего не сидит. Маленький, но небольшой. Работанный капкан. Вот. Непонятно, что это как-то сработано. Вот. Сработанный капканчик, непонятно, как-то перевернут. Наверное, маленькая щучка. Но. Вот. Вот такой щурь.
Нормально. Съедобный, короче. Это нормально. Не все же, крапиво. Ой. Идет. Последняя жерлица и сработанный флажок. Главное, что он не загорелся. Кто так скрутил? Удара не было. Там, наверное, небольшая рыбка. Что-то... Там вообще ничего нет, короче. А не сидит что-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Огромное сидит что-то, большое. Большое. Иди сюда. О! Вот такой напоследок трофейчик. Вот такой. Ой-о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 й. Ой, что показать-то? Вот такой. Вам напоследок трофейчик. Килограмм ну, 5 точно есть. Пятерочка такая. Вот так, пальцы вверх. Рыбалка удалась. Это седьмой трофей, короче, получается. За всю мою рыбалку пятидневную, 7 трофеев. Получилось. Ну, как-то так. А что так получилось, да? Смотрите. Как-то так интересно получается. Но вчера она вышла в районе дня. Ну, 4 дня. Позавчера не было вообще. Позавчера выходила ночью. А сегодня, ну, так получилось, что, ну, не сработанный флажок, я сегодня с утра не подходил, может быть, она ночью и клюнула. Все, на этом, наверное, я закончу свою рыбалку, если в капкане что-то какая-то будет, я покажу. А так, до новых встреч, спасибо, что смотрели, подписываемся на канал, ставьте лайки. Ой. Пожалуйста, не болейте, соблюдайте чистоту, мойте руки. Там нужно для вашего успокоения, одевайте маски. Пожалуйста, не болейте. Всем пока. Вот такая щучка.